Физгармония. Это язычковый клавишный музыкальный инструмент, изобретенный в 1810 году. Первый патент на физгармонию получил француз Дебен в 1840 году. Физгармония имеет форму, напоминающую пианино уменьшенных размеров, и фортепианную клавиатуру. Звучащая основа физгармонии – латунные планки с стальными язычками. Язычки приводятся в колебание воздухом, нагнетаемым мехами, которые управляются ножными педалями. Физгармония была популярна среди немецких переселенцев Российской империи.